У мережі з'явилося відео допиту полоненого росіянина. Він розповів про те, як у Росії для війни в Україні формують батальйони в'язнів. В обмін на обіцяну так звану свободу ті йдуть вбивати українців. Давайте почуємо. Давай почнемо з позивних. Ханзол, китаєць. Ханзол. Хто це такий Ханзол? Начальник наш. Який начальник? Чого начальник? Вот этого, всі вот эти вот. Кучки наши. Ну, взвода, роты, батальоны. Это не взвод, это просто кучка народу. Ну, кучка сколько человек? 70 человек там. Ну, это ашники, кашники. Ашники это что? Это вольные. Кто это вольные? Ну, сами, которые идут со свободы, нанимаются туда. Ага, а кашники кто? А это? Кашники это зэки. Ага. Где вас готовили, в каком населенном пункте? Сначала... В этом, как его, в Стаханове.